Павел Коньков рекомендовал изменить состав попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Такое предложение прозвучало по итогам выступления Олега Волынкина, который сообщил, что, к сожалению, не все члены попечительского совета, например, Наталья Курочкина и Павел Попов, выполняют обещание финансово поддерживать просветительский проект для детей. Я думаю, что каждая общественная организация, она должна какой-то процесс ротации членов попечительского совета проводить. Потому что в свое время кого-то спросили, он согласился. Когда дело дошло до практической деятельности, по каким-то причинам ругать никого не собираюсь, не участвую. А балласт? Зачем нужен балласт в попечительском совете? В состав попечительского совета входят представители ивановского бизнес-сообщества, областные и городские парламентарии. Благодаря спонсорской поддержке удается реализовывать различные научно-исследовательские и духовно-патриотические проекты для молодежи. В этом году при поддержке регионального отделения РГО удалось реализовать комплексную археологическую экспедицию «Клио» в Шуйском районе, по итогам которой удалось собрать бесценный материал о населявших эти места жителях Средневековья. Осуществили это исследование Клочковского могильника, в результате чего наше сельское поселение 10-12 веков в Клочкове превращается в комплекс, который позволяет нам ответить на вопросы об этническом составе, что, в общем, всегда интересно, то есть финны, не финны. Оказывается, что это было действительно уже древнерусское население. В этом году в Юже было создано местное отделение РГО, представители которого на заседании презентовали свой проект по созданию на территории района природного национального парка. Но чтобы заповедные земли Южского края получили такой статус, предстоит провести огромную работу – сделать паспорта памятников природы. К реализации этого проекта планируется приступить уже в 2017 году, причем для изучения лесов и озер планируется разбить палаточный лагерь и активно задействовать молодежь. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.